отдаем Тебе наших детей, которые уже вышли сюда и которые еще подойдут. Господь, мы передаем детей, которым надо принять помазание силы, крепости и веры. Дети, я хочу, чтобы вы сюда повернулись сейчас, сюда, потому что к вам будет сейчас послание или слово, что будут говорить. И не надо забираться на решеточки, а можно сюда смотреть внимательно и слушать. А лучше еще реагировать на то, что вам будет предлагаться. Вы можете сюда смелее подходить. А где наши дети? Побыстрее тогда, наверное, выходим. Здравствуйте, дорогая церковь. Сегодня я хочу немного рассказать о наших детских служениях. Дело в том, что 3-4 недели назад мы приняли решение молиться за разные страны. И каждый из нас выбрал 1-2 страны, за которые он будет молиться, чтобы в этих странах происходили изменения. Люди приходили к Богу, земли исцелялись, и приходил Божий свет. Здравствуйте. На самом деле, я очень благодарна Богу, что дети так активно включились, и меня очень радует, что они настоящие ходатаи. И я так подозреваю, что это родители просто их направляют в этой области. Спасибо, дорогая церковь, за вас, за то, что вы их направляете и помогаете им в этом. Потому что очи Господа наблюдают землю, да, обозревают. И сейчас очень много стран и городов нас также смотрят. И поэтому я бы хотела, да, поделиться тоже, что наши дети, им не все равно, что происходит в других странах. Меня это очень радует, что им не все равно, что Господь любит всех братьев и сестер. И мы также, если Господь любит, то и нам не все равно, что происходит в других странах. И через эти занятия, вот, которые вот сейчас мы стали, да, ходатайство в детях поднимать, через эти занятия дети стали узнавать вообще, что действительно там где-то могут быть землетрясения, где-то могут быть болезни от грязной воды, где-то еще что-то, и наводнения, всякие тяжелые потрясения. И я вот когда со своими детьми смотрю новости, мы редко смотрим телевизор, но когда я смотрю новости, я им все время говорю: ребят, посмотрите, вот, да, каждый посмотрите, за что можно поблагодарить, вот сейчас смотрим новости, за что можно поблагодарить, а где нужно помолиться. Не просто смотрим, а вот вникаем, потому что это наша земля. Это наша земля, и нам не должно быть все равно, что на ней происходит, на этой земле. Поэтому спасибо вам, дорогая церковь, а Юрочка сейчас помолится за наших детей. Господь, благослови нас Твоей мудростью, чтобы мы с каждым днем укреплялись в Боге и были сильными, и действительно изменяли этот мир своими молитвами. Господь, благослови нас сердцем мудрым и чистым, и да почиет на нас Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия. Аминь.